И снова здравствуйте, Дементьев Андрей Дмитриевич. Старинный зал, старинный вальс, почти дворянское собрание. Тогда не мог я знать заранее, что этот вечер сблизит нас. Благодарю вас за восторг. Я думал, боже мой, откуда здесь оказалось это чудо, с лицом, запомнившим восток. И я уже не представлял вас в этом веке, в этом мире, в метро или в чьей-нибудь квартире. Вам так к лицу был этот зал. Играла музыка, и вдруг пришло предчувствие внезапно, что все у нас случится завтра. Мои слова и ваш испуг. Всем спасибо.